Вы говорите, вас снимать нельзя. Вот у меня какое-то постановление суда. И что? Что? Что можно что? Снимать? Что? Даже в отделе милиции, дежурная часть. Снимать. Где? Покажите. Где? Вот постановление суда. Это меня за это уже задерживали. Суда по конкретному случаю. Да. Который? Конкретный случай. Какая ситуация? Хорошо, 5-я статья закона о милиции. Во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина вы обязаны разъяснить на основании чего вы это делаете. Где написано, что снимать нельзя? Это Конституция. Никто не имеет торгаться в... Личную жизнь, да. А она у вас личная на работе? Да. Вы на работе должны до тех пор, пока я вам не ломаю руки. Вот до тех пор она личная. А тогда как я пришел, подошел и вам претензии предъявляю, вот тогда это служебное. Вы мне предъявляете сейчас претензии? Вот сейчас пока нет. Почему? Вы сказали, пока нет. Я вам объясняю пока. Ну. Пока объясняю. А когда буду задерживать, вот тогда снимайте. Вы даже не можете понять. Хотите тыкать мне постоянно камерой в лицо? Я не позволю. Понимаете? Потому. Это запрещено? Да, запрещено. Где? У меня есть по Конституции права. Вы должностное. Это не значит, что мне вы должны садиться на шею. Конечно, должностному лицу. Вы должностное лицо, вы на службе.